Ветераны московского «Спартака» против бывших игроков «Чкаловца». В Новосибирске состоялся звездный матч «Бенефис» в честь юбилея легендарного защитника новосибирской команды Муртаза Начкеби. Атмосферой футбольного праздника прониклась Светлана Шуваева. Муртаз Начкеби – легенда новосибирского футбола. За «Чкаловец» он отыграл 18 сезонов центральным защитником. Спортивную карьеру завершил еще 10 лет назад. Но тогда прощальный матч в его честь так и не устроили. И вот теперь подарок на 50-летие – звездная игра. Конечно, изначально обидно было. Но сейчас уже, честно, если даже она не состояла, даже я уже про это уже забыл, честно. Но раз нам напомнили, значит, я еще кому-то нужен. На поле встретились ветераны новосибирского футбола и московского «Спартака». Болельщики оказались в сложной ситуации. Поклонников «Спартака» в нашем городе традиционно много. Но в такой день важно поддержать юбиляра и его команду. Сегодня буду болеть за красивый футбол, чтобы получился праздник. Потому что такие мастера на поле, конечно, интересно очень посмотреть. Трибуны одинаково громко приветствовали удачные комбинации обеих команд и единодушно признали игру техничной. Возраст не помеха. То, что техника у них осталась у всех, то осталось. Скорости, конечно, нет таковой, как они в молодости играли, но техника осталась. На трибунах был замечен наш знаменитый хоккеист Владимир Тарасенко. А трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина неожиданно приняли в почетные футболисты. По решению тренеров московского «Спартака» тренерского совета. Александр Александрович, мы принимаем свою команду, и в следующий приезд он выходит в основном составе. Счет открыли только во втором тайме. По традиции гол дали забить юбиляру. Потом ветераны разыгрались и за оставшееся время успели забить еще 5 красивых мячей. Итоговый счет 3-3. Я думаю, что получился очень интересный матч. И то, что он закончился в ничью, это, в общем-то, товарищеская встреча. Самое важное и главное, что болельщики получили удовольствие. Очередь за автографами к Муртазу Начкебия выстроилась длиннее, чем к московским звездам, а проводили легенду песни, написанной когда-то для другого футболиста – Олега Блохина, но давно уже ставший гимном всем звездам, уходящим, но не забытым. Светлана Шуваева, Константин Стримаусов. Новости РЕН-ТВ, Новосибирск.